открыто возле куста. Ну да ладно. Ворона-то привязать толком негде было. Да, ворон? Нашли одну березку в поле. Как-то вот так вот, поехали мы кататься. Дотопал я до Саванца. Заодно поглядеть. В общем, зверя тут мало стало. Активности. Вот козлика следышек. И все. Вода зато рядом вообще вот подступила после снегопадов. Так что вот так вот. Зверь стал реже сюда ходить, чем когда снег был. Может, его тут меньше стало. Ну вот так. Ладно, пошел я дальше. Вороны у меня еще далеко привязаны. Ну да ладно. Ворона-то привязать толком негде было. Да, ворон? Нашли одну березку в поле. Как-то вот так вот. Поехали мы кататься. Дотопал я до Саванца. Заодно поглядеть. В общем, зверя тут мало стало активности. Вот козлика следышек. И все, вода зато рядом вообще вот подступила после снегопадов. Так что вот так вот.
Зверь стал реже сюда ходить, чем когда снег был. Может, его тут меньше стало. Ну вот так. Ладно, пошел я дальше. Вороны у меня еще далеко привязаны. Не знаю, слышно, нет. Ворон взял след. Ищи, где он? Свежие кабани следы. Так, ну все, сейчас он ест травку. Фыркает, идет. Если идет, фыркает, значит, запах свежий. Значит, он где-то впереди. Тут такой он молодняк. Сейчас мы его найдем и наругаем. В общем, кабан-то кабаном, а убежал от нас лось. Вон, где его следы? Вот. Что вот так вот. Может, все-таки и не ловит, не кабана. Вот тут останавливался, видимо. Нас ждал. А убежал буквально, наверное, минуты полторы назад. Я слышал, что булькало. Но думал, что это от нас кабан именно сиганул. На утек. Оказалось, лось. А кабан тогда где у нас? А кабан, наверное, пошел в другую сторону. Так что вот так вот. Молодняк густой. Видел, он бы, скорее всего, нас подпустил. А он нас только услышал. Пока мы кабаньими делами там занимались, катались. Жаль, конечно, что не получилось заснять. Но в другой раз заснимем. Сейчас поеду, тогда кабана гляну. Предполагаю, куда он мог пойти. Уже, короче, плохо видно.
аппаратом сегодня езжу. Не фокусируется толком. Эх, не хотим. В общем, вон она. У кабанов тут, в общем, табунчик небольшой идет. Вот еще все мутное. Прям где-то передо мной идут. Пахнет так свежекопанным. Тут повалялись, видимо. Так, туда следы, туда следы. Это... Пойдем налево, они пошли направо, а мы пойдем налево.